Здравствуйте, мои дорогие, и вышел Мотя Геймс, новое видео. Так, здесь у нас картонка котика. Я снял видео, полное прохождение Мотиных видео, поэтому можете этого пропускать. Дальше идет вот это вот. Ну, неинтересная картонка. Кто хочет, смотрите. Очень крутое видео, кстати, правда, существует игрушка котика-дъемника. Для меня этот кот даже не страшный, а мемный. Так, дальше перейдем к скримерам. Почему-то разработчики говорят, что они самые страшные. Мне лично не страшно, миленький котик. Значит, скримаки у нас тут 3 скримака. Один вылетает, другой нас усыпляет, а другой, наверное, другой на нас летит, там, наверное, дружалки за трубом полетели. Это же рация с трубами. Так. Спасибо Нептуну. Дух, не важно, что бы я, наверное, за этого делал. Сейчас я поставлю на него лайк. Если хотите, я вам скину ссылку Нептуна. Теперь, как хотели сделать разработчики котика Дремы. Теперь это заяц Дремот. Это вот кот емот, вот это банни емот какой-то, заяц это емот, вот он. Еще я вам его вблизи покажу. Вот кровать. Вот. У него, короче, глаза очень черные. Вот его глаза. Наверное, если он нас бьет, хотя он и так какой-то зверомот. Заяц, зверь какой-то. Подписывайтесь на мой канал. Здесь еще много чего интересного. Монстр зайчик, картонка. Ха-ха-ха-ха-ха. Время играть. Время для сна. Привет. Хотите веселиться? Тогда время для спать. Дальше я не могу перевести, тут только если я могу перевести дальше. Хотя один из переводов может быть неправильным. Но Бокси-бук, опять же картонка. Сюрприз. Не могу перевести. Бу.
Крики. Хаги-Ваги возвращается. Хаги-Ваги возвращается. За нами бежит Хаги-Ваги. Мы кидаем дверь. Нажимаем кнопки. Бежим по вентиляциям. Нажимаем кнопку. Дверь медленно открывается. Кнопка. И конец вентиляции. Прием к скримеру. Вот нас ловит синий Хаги-Ваги. Делать руку. Это, наверное, после побега с Хаги-Ваги. Вот мы возвращаемся. Вентиляцию. Будем делать новую руку. Здесь у нас какая-то гусеница. Не знаю, к чему она, но Мотя Геймс, наверное, придумал. Кстати, молодец. Мотя делает своих персонажей. Хоть они и фанатские, но выглядят как будто оригинальные монстры. Большое уважение к Моте. Я хочу, чтобы на моем канале набралось хотя бы 1 миллион. Снимали тут собачек. Ну вот. У меня заблокировался телефон. Я даже снимать на ее канале. Если хотите, чтобы я дальше снимал собачек в тем временем и снимал Хаги-Ваги и Garden of Banban. Кстати, вышел новый трейлер Garden of Banban. Ссылка на него будет в описании. Все, рука. Новая рука. Дальше на сегодня хватит. Кстати, мы утроним трейлер 6 главы. 6 глава. Смотрим трейлер. Какая мамба. Шестая глава. Начинаем, что есть какая-то зеленая комната, наверное, какая-то ихняя столовая. Там жаль, что там не блоксикола, там банбанкола, там есть байнконцы, чему бы не было байнколы, чего бы не было такой вот кока-колы. Так, в первую очередь за нами бегут непонятные слизняки. 100% это дети кенгурушки. Почему они такие странные? Потому что из сумки королевы выбрызгнул луч. Джеста рассказал ей шутку. Если кто хочет вот такая
шутка Джестера кажется совсем не смешная. Что сказал проводник кенгуру? Запрыгивай. Вроде бы ничего смешного тут нет. Но почему-то королева засмеялась. Я бы на месте королевы не смешочка не сделал, просто дал лапами кенгурушке. Отличные борцы. Просто дал лапами этому дебилу, чтобы он просто улетел в стену. Дальше. Мы видим, кстати, светящегося Джестера. Сейчас я вам покажу, что это намек. Вот, это намек на Джамбо-босса. Кстати, давайте вместе скинем Джамбо-боссу большой супер лайк. Поставим колокольчик. Кто этого не сделал, можете смотреть дальше трейлер. Дальше мы видим какой-то дом. Наверное, это город. Тут еще виднеется обливление. Наверное, какой-то новый монстр совершил какие-то преступления. И его хочет поймать шериф. Вот прямо тут написано обливление. Ну вот, мы не видим входа. Мы даже не видим панели, но, возможно, это локация, которую мы будем сейчас скоро видеть. Дальше мы видим, что за нами бегут дети кенгурушки. Здесь какая-то лестница, и мы, наверное, будем по ней спускаться. Или какая-то дверь будет с панелью. Мы проведем по ней ключ-карту, она откроется, а, наверное, слизняки... уползут вниз, так как они непослушные, они, наверное, выбьют дверь. Дальше нам показывают комнату Селин Диона. Зря нам его самого не показали. Наверное, это будет как с шерифом Тодстером. Во второй главе его нет. В третьей комнате, наверное, с Селин Дионом будет такая же комната, но его самого нет. А вот в шестой главе, наверное, Селин Дион уже появится там. Или там в седьмой хотя бы главе, какая там из них последняя. Пойдем дальше. Но я забыл упомянуть, чему там в капельнице что-то зеленое. Или это зеленое лекарство, а знаете что? Возможно, это диваниум. Вот, возможно, это диваниум. Дальше за шторкой там, наверное, Селин Дион прячется. Или там, там 100% весь проход. И там будет стоять Селин Дион, или это будет вести в другую комнату. Именно вот такую. Потому что там за шторкой было что-то синее. Вдруг мы видим, что там падают битые аргирлы. Наверное, это еда для Рульфиуса. Кстати, этот новый битаргигл какой-то серенький, плюс еще бесполовинчатый. Дальше что-то за глазу, я без понятия. Но вот это, наверное, обли. Ой, нормальный момент. Вот. Птица опила, мутировавшая. Это маленький цыпленок такой упал в бочку с диванем. Наверное, вот здесь будет босс-файт с каким-то... О, помните тот домик из этого трейлера? Наверное, это будет город против королевства. Там будет участвовать секретный там фиолетовый там послание от непослушных, там было написано: ты получил мое предупреждение,
А там новый монстр такой с галстуком. Я без понятия, что это значит. Зачем тут зачем ему галстук? Ну, короче, все понятно. Здесь, наверное, будет релиз-дата. Тут будут смотреть монстры. Здесь вот смотреть тут монстры. А вот тут будет надпись, наверное, внизу какого-то нового монстра. Дальше мы видим комнату, лестницу, наверное, где червы за нами будут идти. Наверное, в самом низу там будет этот Битер Дигл. Он там будет там плакать, а вот дальше мы, наверное, пройдем вниз. И получим, наверное, с бестулей от Золтиуса. Почему-то Битер Дигл плачет. Наверное, что его шутки не смешные. Вот так вот. Дальше, наверное, локация из этого домика. Я про нее на локации с домиком упоминал здесь будет объявление о пропавшем монстре. Причем здесь все будет: кровать, стул, чай. И тут еще будет панель для... Наверное, мы будем пить чай с каким-то монстром. А там есть панель с заварками. И если чай закончится, мы будем за какое-то время открывать панель и забирать заварки, чтобы мы успели. Вот так. Все, мы видим Китизавра. Дальше мы видим комнату с кнопками. И за нами бежит Битер Дигл. Но он не бежит, как будто он хочет нас сожрать. Он идет с нами, а не хочет нас сожрать. Он за нами не бежит, а идет. Его медленная походка означает, что он будет за нас. За нас, Битер Дигл. Такой суд, джестер, там судник. Как там его правильно? Гойки, как по-русски. Битер переводится как гойки. А вот Дигл переводится как хищник. Дальше мы видим птицу Апилу. Какой-то пляж, наверное. Это опять какая-то часть города. А вот там в двери какие-то розовые коридоры. Наверное, по этим розовым коридорам мы пойдем в комнату Селин Диона. Дальше в комнату, где падают жестеры. Наверное, мы будем идти через этот путь с жестером. А вот там, если там будут лететь маленькие жестеры, Зестер испугается и нажмет кнопку, чтобы Золтиус побыстрее их сожрал. Новая мини-игра с кнопками. Наверное, это будет самая бесячая мини-игра. То если не туда нажал, значит все, тебе конец. Или там будет огромный паук Наб-Наб такой. И будет висеть и знать, на какую кнопку ты пойдешь. Наверное, мы будем убегать от какого-то монстра. Или это будет Селин Дион, или это будет Китизавр, или это будет мутант Апила. Ну, или какой-то там новый монстр, там Золтиус, там неизвестная марионетка, кстати, такое с пятой главы, там, и вообще демонский бан-бан. Короче... Я без понятия, кто по этому коридору будет идти. Но, судя по лампам, мы еще не на улице, а в каком-то темном пространстве. Дальше мы видим какой-то главный холл и опять без новых монстров. Вот.
Наб-наб-наб-долина, но никакого монстра. Я сейчас нарисую, кого бы я хотела. Так, так, здесь Зульфилина. Я бы вот такое бы сделал, я бы сделал Зульфилину, правда. Дальше мы видим какую-то громадину. Наверное, это король всех пауков. И, наверное, король города. Или это просто мутировался наб-наб, который упал в бочку с гиваниумом. Чтобы со всеми монстрами подружиться и показать, что суперохотник. Вот так заканчивается весь трейлер. Кстати, там была лестница какая-то. Наверное, мы после комнаты с битаргиглами пойдем в босс-файт с наб-набом. Ну, я разобрал весь трейлер. Всем пока, всем удачи. Bye-bye.